Посмотрите, какое пространство. Это все настоящие книги. Это не обои, не муляж. Лампы. Все. Книги под потолок. Телефонные аппараты. Столики засервированы, значит, уже кто-то здесь будет. Утюги. Рояль. Но играть нельзя. Видите, как они, чтобы дерево стругать. Уже сколько книг, посмотрите. Счеты. Фотоаппараты. Как стол засервирован какой. Детская комната, телевизоры, гамачки. Я уже 100 лет не видела столько книг в одном помещении. Пахнет ли книгами? Нет, запаха нет. Давайте возьмем какую-то. Вот, можно вытащить книгу. Пелен. В общем, такой литературный голод нам не грозит. Сейчас зайдем в кулинарную мастерскую. А это эти же страусиные яйца, только они раскрашены и лаком покрыты. Поднимемся наверх. Это банкетный зал, наверное, Кирюш. Для праздничка, для праздника. Боже мой, так атмосферно. Если вы хотите удивить гостей, только надо, чтобы сюда приехать. Транспорт тоже. Книги. Не муляжи настоящие.
Особенно если вы любите выпить горилочку, хорошо покушать. Здесь проходишь, и все парится, варится, жарится.